Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, голограмму держит. Держит голограмму. Двигает вперед, да. Хорошо, так будем поднимать. Да. Защищаем мы физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ингу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Инги поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте, у нее голограмма как 3D перед ней. Хорошо. Мы приветствуем Ингу, она меня слышит? Она плохо тебя слышит за этой голограммой, она толстая впереди нее. Хорошо, я даю команду сканер. Просканируй сейчас Ингу, отключи эту голограмму. Вместе с ней все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Все это отключается, выводится из ее тонких тел и, как выведется, отправляется силой моего намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. На провода чипы все подключено к ней. По всему телу, я имею в виду ноги, шея, руки, глаза, голова. Мне рептов с Грэмми напоминает. Ну, посмотрим сейчас. В клетке. Мы приветствуем Ингу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, да. Мне я сил только... мало. Хорошо. Считай, сколько у нее на начало работы энергии, какая частая вибрация. Из нее выходит что-то. Что там выходит? Что-то черное изо рта, комок. Хорошо, включая внутренний белосвет, выдавливаем этот черный комок со рта. Полностью все выходит, все частички. До 100% формируется шар перед ней. Электроды, голограммы. Они ее отравливали много лет, скопились в ней. Хорошо. Вышли шаром. Так, мне это уже начинает немножечко надоедать. Выстраиваю канал этой голограммы с электродами. И силой моего намерения притягивает ответственных в клетку, в тюрьму. Сидят в клетке, в тюрьме. Убери этот шар или сбросим. Черт. Под шаром открываю воронку в галактической дыре. Шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Два Грея, они прячутся в своей тарелке. Тарелка уходит в соседнюю клетку. Грея остаются без тарелки. Грея получает удары по 50 тысяч герц каждый удар. Выстраивая канал от Греев к другим ответственным, притягивая всех в клетку, тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Все, кто с ними связан, стоят в клетке. Рептилоид. Отлично. Считаю репта цифры над головой. 413. И два Грея. Какие органические, неорганические? Ставим маячки. Органические зеленые, неорганические красные. Один зеленый, один красный. Отлично, хорошо. Один сегодня будет уничтожен. Итак, Грей, с робот, с рептилоидом, попались вы сегодня, да? Вы сегодня будете очень жестоко наказаны за то, что вы сделали с этим человеком. Вот этот робот, он не хочет быть уничтоженным, он залазит на Грея и прыгает на клетку. Спасаться хочет. Мало ли что он хочет. Человек тоже хотел спастись от вас. Что он получил? Я даю команду сканеру. Значит, 3 сканера сканируют пространство над головой Инги под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все сантонки тел Инги, находит все. У нее, значит, есть еще синий дракон там из космических. Синий дракон, хорошо. Там инкуб. Инкуб. И демон. Какой? 12. Демон. 12-герцовый. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире? Дракон. Один дракон? Есть у Грея плата. Да, не сказали или ты считала? Не сказали. Хорошо, возможно, это им... Показали. Поможет. Хорошо, синий дракон, цифры над головой. 73-12. А что у нас такой высокий дракон находится в этом биополе? Синий дракон. У тебя есть контракт с ней? Контракта нет, но мысли были. С ней легко заключить контракт. Разрешение у тебя было от нее? Нет, на контракт нет. Ну вот, видишь... Значит, ты здесь находишься нелегально. Значит, все дальнейшие шаги. Инги, ты находишься в ее биополе. Здесь совсем другие законы, дракон синий. Здесь все так безнаказанно не проходит, как тебе бы этого хотелось. Ты понимаешь это? Я понимаю. Хорошо.
Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или говорить неправду, будет наказан на своей чистоте. Я даю команду тонкой копии Инги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе, всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, демон, сколько ты находился в этом биополе? 1,5 года. 1,5 идет. 1,5 года. Сколько находился инкуб в этом биополе? 4 года. Синий дракон, сколько ты находился со своими платами? 3 месяца. И рептилоид с Грэми и этой голограммой, сколько вы находились здесь? 7 лет. 7 лет. Да. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Хорошо, сканер, просканируй полноты души Инги на настоящий момент. 72. 72%. Грей, вы отправляли биоматериал частички души на свою планету? Воровали? Рептилоид? Тебя тоже касается? Нет, в голограмме все. Голограмма красивая, насыщенная. Посмотрим, вернем ли мы все из этой голограммы. Если нет, тогда пеняйте на себя. Итак, установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Инга себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. К ней такой поток идет энергии, как жизнь возвращается. Не сама жизнь, а именно яркие краски жизни, радости, действия, сочные такие идут движения. Хорошо. Хорошо. Значит, эту голограмму мы сегодня перепрограммируем, оденем по очереди на Греев, а потом на рептилоида. Включим ее на полную мощность. Считаем информацию, сколько процентов энергии они у нее воровали максимально? 40 воровали. Отлично, значит и вы потеряете 40% энергии. Вот так вот, Грей и рептилоид. Знаешь, вот эта голограмма, она да, как прозрачная колба, в которой они создают копии под определенной температурой. Прямо на месте создают копию? Да. Чтобы не ехать никуда в лабораторию. Прямо на месте выращивать. Ну, хорошо, хорошо. Это и есть лаборатория. Ну, хорошо, или Грей. Передвижная. Грей, ваша работа не останется неоцененной. С рептилоидом в моих руках появляется шар живой плазмы. Итак, Грей и рептилоид. Кто готов из вас первый получить свой приз? Рептилоид на Грей показывает. Серьезно? У нас, кстати, Грей этот отключен. Он когда прыгнул на стенку. На удар стенку, получил. Да, он лежит. Нечего было прыгать. У нас здесь все защищено. Итак, Грей, плохо с тобой обстоят дела? Ой, как плохо. Реверс закончился. Убираю, пока этот шар входит в меня. Хорошо, начинаем с вытаскивания. Демон, скажи-ка мне, есть ли лярвы в биополе Инги? Скажи им, чтобы они замерли. Рептилоид с Греем, они начинают между собой ругаться. Восстанавливаю между ними защиту, не видят, не слышат друг друга. Да будет так, а так и есть. Грей говорит, что ты сказал, что там безопасно. Ну вот, Грей это уже сделал с допросом. Знает, куда он попал и кому он попал. Как так получилось? Готово, в общем. Дай еще раз команду. Хорошо, еще раз. Демон, выходи. Отключайся, снимай полностью все, что ты оставил в биополе Инги. И мой вопрос был, есть ли лярвы в биополе Инги? Лярвы есть, есть. Где? Из живота. Там инкуб сидел. Еще где? Горло. Горло. От чего горло? От отчаяния. Крик? Плохие Нет, слова? От отчаяния. Оно там скапливалось? Горечь. Горечь, вот. Ну, горечь меня это о чем-то говорит. Хорошо, еще что? Две лярвы. Не живота, и грудная клетка, горло, и вот эта грудная клетка, это место. Хорошо. Ты хочешь их получить, демон? Хочет. Тогда снимай все, что ты оставил, на месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. У него ленты к рукам идут, он ее раскачивал, все снял. Разрешаю тебе забрать лярвы, забирай все, возвращайся назад, приступай. Она как безвольная была, он ее качал туда-сюда. Дергал за веревки. Какая работа у него?
Забрал лярвы. Хорошо, инкуб, выходи, отключайся, снимай все, что ты оставил в ее биополе, приступай. И возвращайся назад. Инкуб обнимает ее руками и ногами. Инкуб получает... А, во сне, мне показалось, сейчас. А то сейчас инкуб отхватил по полной программе. У него теплое место есть. Было. Все в прошедшем виде. Уже этого не будет. Все снял. Идем дальше. Рептилоид с Греями, что-то осталось, кроме этой голограммы в биополе Инги? Нет, она удалила сама все. Вот это черное, что вышло с ней. То есть это вот это то, что мы уничтожили, да? Электроды, да. Хорошо. Так. Все-все убрали, даю команду на рассинхронизацию Инги с этой голограммой, рептилоидом, двумя Греями, синим драконом, инкубом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Хорошо. Команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она чистая. Подхожу к Инге, помогая моей энергии отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3-1. 2-3. Удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Каналы уходят на переработку. Закрывая печати, растворяй. Готово. Хорошо, демон. Ты свое получил. Я готов тебя отпускать. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1-2-3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая печати, растворяй. Есть. Хорошо. Инкуб. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1-2-3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон. Я сейчас открою тебе портал в квартиру. Инге, ты соберешь все свои платы. Я приду, проверю и отпущу тебя на твою частоту. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Инги. 1-2-3. И синий дракон уходит в этот портал, снимает все, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Ну что, рептилоид с Греями, пришла ваша пора, да? С вами пообщаться немножко. Сканер просканирует полноту души и у Инги на этот момент. 100. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Здесь. Мы посмотри, пожалуйста. Хорошо, благодарю тебя. Посмотри, пожалуйста, рептилоид с двумя Греями, один из них робот, 7 лет голограмма, 28% души мы забрали из голограммы, до 40% отток энергии шел. Выращивали прям там копии внутри. А один робот прыгнул на сетку, поэтому он лежит там, его выключило. Забираем все. Хорошо. Рептилоида, обоих Греев, тарелку и... Переносную лабораторию. Так это называется переносная лаборатория. Такая она толстая была, да? Мы думали, это голограмма. Она выглядит как голограмма. Понятно. Благодарю тебя. Хорошо. Отсеки открываются, они забираются. Грей хотел бы пойти снять в доме. Может, его не надо забирать? Я могу и сам это отключить. Не удалось у него остаться. Не удалось. Готово. Хорошо. Отлично. Поехали дальше. Клетка у нас должна быть сейчас абсолютно пустая, да? Пустая. Поехали по частотам. Вибрации. Посмотри, сколько энергии нужно Инге и какая частота вибрации. 420 и 27. О. И 27. Так много. Хорошо. На три макушку головы Инги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Она говорит, что я так долго без энергии была, что мне нужна перезарядка. Конечно. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Тонкие дела должны все напитаться, потом будет меньше цифра. Надо заправляться этими энергиями уже самой потом. Наш администратор вышлет Инге инструкции. Тонкая копия говорит, пусть только попробует не заправляться. Хорошо. Мне нужны энергии. Все верно, абсолютно верно, тонкая копия Инги. Тебя больше, чем одно тело. Проснись уже наконец-то. Осознай это. Готово. Тонкая копия может абсолютно сейчас все сказать, что она желает Инге, мы это все ей передадим. Если у тонкой копии есть такое желание, она может это произнести. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, идем дальше.
Переходим к процессу активации идентификации души. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ой, ну здесь сразу видна ангельская душа. Ангельская душа. Ну, конечно, сейчас только запросить. Сейчас, Мара. Подожди, закончит она. На чакры все чистит, открывает. По всем чакрам душа льется у нее. Снизу вверх. Если Инга захочет встретиться со своим куратором, другом из ангельского мира, пусть обратится к нам, мы поможем ей. И она может задать свои 10 вопросов, если такое желание есть. Хорошо? Готово. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Инги до числового значения 700 Гц. Пошел, пойдем. Светить всегда, светить везде, знать мощь своим энергиям, со спокойным внутренним состоянием ума и сердца. Абсолютно верно. Это ее самая высокая гармония, которая может быть. Отлично. Готово? Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Отлично. Сейчас мы возвращаем вас назад и переходим к чистке вашей квартиры и кота у Синджи. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Инги в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит на кота, пусть обращает внимание. Через кота передаются ей знаки в пространстве. Отлично. Кот в помощь. Отлично. Хорошо. Отключаемся от объекта. Квартиру Инги ты видела. И на счет 3000 перед ее входной дверью квартиры. 1, 2, 3. Ты перед входной дверью. Да, я здесь. Установили по всему. Кто у нас? Синий дракон, арахноид, черт. Джин. Две воронки. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон, ты собрал все? Все собрал, он знал плату. Хорошо. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше ни к этому человеку, ни в его квартиру не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Вера, поднимись над квартирой, посмотри, где находятся платы крыев и рептилоида. Они подсвечиваются красным цветом. Они в одной из комнат. Здесь, кстати, портал в комнате, окно с синими шторами. И они по краям, как трубы. Хорошо. Под этим окном открываю воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал засасывает туда вместе с ним фантом портала. Все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию уносится, срывая все подключки, все, что установили Грей с рептилоидом, и оно летит в этот же портал, уничтожается. Все, до последнего чипа, датчика, импланта вместе с фантомами. Все на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, идем дальше. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, все потомство, все, что у тебя здесь есть. Возвращайся назад, докладывай готовности к проверке. Приступай. Слушай, он убежал в портал, в зеркало вошел. И вытаскивай из портала арахноида. Да, будет так, а так и есть. В клетку. Он трясется. Ты куда побежал, паразит? Ты что, думаешь, я с тобой здесь играться буду? Я тебя сейчас в другой портал отправлю, в галактическое ядро. Я еще такого трясется, на всех лапах стоит, трясется и страшно ему. Выходи, собирай свою паутину. Все, что ты оставил, возвращайся назад. Если ты еще раз такую глупость сделаешь, ты уже никуда не уйдешь. Арахноид, приступай. Ничего себе, он будет у нас по порталам бегать. Он принес клубок. Паутины? Паутины, да. Хорошо, это все? Больше ничего не осталось? Ничего не осталось. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И он со своим клубком уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Он его выбросил, за ним прыгнул. Готово. Хорошо. Считай цифру Джина над головой. 17, 92. Давно находишься здесь, Джин?
В квартире живу. Понятно. Хорошо. Сколько ты живешь в этой квартире? 3 года живу. Хозяйка хочет от всех избавиться, поэтому ты не исключение. Давай, собирай всю свою пыль, все, что ты в этой квартире оставил, все свои подключки, ничего не забывай, докладывай о готовности. Приступай. Надеюсь, я за тобой не буду бегать по порталам, как за арахноидом. А он не выходит, он втягивает в себя все. Я знаю, да. Синий, да, у нас? Как вдыхает, такой звук идет, да. Хорошо. Готов. Хорошо, Джин, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Считай цифру и черта над головой. 5. Черт, ты зачем кота мучил? Много знает кот. В плане много знает. Видит. Ну так это ж хорошо, он и подсказывает хозяйке. Что он видит? Тебя видит или порталы видит? Что он видит? Все видит. Подключки видит, порталы видит. Ну, какой продвинутый котик. Хорошо, значит, тогда делаем следующее. Выходи сейчас, собирай все свои комочки, одеялки, сеточки, все, что на твоей чистоте находится. Коту одел носки? Штаны одел он ему на задний лап. Хорошо. Собирай сначала все, что ты раскидал. У него есть тоже одеяло, комки. В туалете он любит сидеть возле трубы. Там, кстати, портал тоже. Ну, мы сами их закроем, эти порталы. Он собрал все. Хорошо, черт все собрал, буду отпускать. Больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. 1, 2, 3. Черт забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, на четыре появляется перед тобой тонкая копия кота Унсиш. Он орет. Привет, котик. Мы пришли тебе помочь. Не беспокойся. Что там с ним? Посмотри, Вера. На задних лапах. Ну, лапы, хвост. До середины у него штаны. Хорошо, сила моего намерения. Снимая с него эти штаны. 1, 2, 3. Снимаются также все носочки, все, что на нем чужеродное от черта. Включая внутренний белый свет коту Усинж. И этим светом выдалит из себя все чужеродное. Негативное, патогенное, низковибрационное. Все выходит и формируется в этот шар. Пошел процесс. У него усы как антенны. Он через них получает информацию, да? Я так увидел. Да. Шар готов. Котик продвинутый. Открываю. Большой шар? Ну, наверное, по кошачьим меркам. Большой, как небольшой мяч такой. Хорошо. Открываю под этим шаром воронку в галактической ядро. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. И я даю команду в макушку головы кота Усинша. Начинает поступать необходимое комфортное ему количество кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает его. Энергии наполняется. Все тонкие тела наполняются. И частота его вибрации поднимается до комфортного уровня котика. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Усинч, как ты себя чувствуешь сейчас? Он говорит, что он еще маленький, но он вырастет боевого кота. Хорошо чувствует. Ты уже и так боевой кот, только еще не вырос до конца. Еще вырастешь, конечно. Скажи мне, Усинч, ты хочешь что-то передать хозяйке? Может, тебе хочется какой-то отдельный корм? Может, тебе здесь наоборот, есть какой-то... он говорит, что чтобы я вырос боевым котом, не надо раскармливать меня. И делать лежебокой. Понятно, хорошо. У тебя есть какие-то особые желания, что передать хозяйке, я передам? Чистоту. Чистоту. Энергетическую чистоту он хочет. Хорошо, это мы сегодня сделаем. Я закрою все порталы, наполню все здесь очень хорошими энергиями, и дом будет защищен. Нравится ему это, да. Хорошо, так и сделаем. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию кота Усинж. В его в систему биоробот-душа заходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Клетка у нас пустая, да? Пустая. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, и клетка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, все порталы подсвечиваются красным цветом. Ты их видишь четко и ясно. Пошли. И закрываем. Будем их закрывать. Ну, один вот в этой комнате, где мы сейчас, это спальня, здесь зеркало. Это зеркало. Под зеркалом. Да, в которое убежал. Пытался убежать.
Хорошо, открывай под этим зеркалом воронку в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. У нас первый раз рахнует, совершил побег. Пытался совершить побег, Вера. Он не совершил, но осмелился. Дополнительно. Хорошо, пошли дальше. Ну, в туалете труба. Под трубой внизу, там, где туалет, открывается воронка в галактическое ядро, засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Идем дальше. Здесь в кухне небольшая комната, где стиральная машина, окно. Под этим окном внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал засасывается вместе с фантомом и частицами портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. В коридоре есть стена. Слева, справа. Справа. И под этой стеной внизу открываю воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Все. Хорошо. Отлично. Тогда мы начнем с чистки. Готово. Хорошо, мы закончили. На наши 3 отключаемся от квартиры. 1, 2, 3. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Кот бежит за мной, мурлыкает, как прощается. Довольный, да? Хорошо, пока, котик. Я на месте.